прибыли в порт Миконос. Здесь мы сели на катер, заплатили по 8 евро. И отправляемся гулять. Здравствуй, Греция! Похож на Зурбаган нашего Александра Грина, где жила юная соль. Вот, наверное, его кораблик капитана Грея и бокал греческого вина. Утреннее кафе. Еще никого нет. Мы тут первые на этом острове с утра. Фонтанчики. Экзотические деревья. И голубое небо. Греческий котик. Киса, ты же мяу, не хочет. Ты живой? Не хочет разговаривать даже. Такой ленивый. Вот такой лайнер проходит мимо острова Миконос. Гигантский. Гигантский лайнер. Ну и у нас неплохой Симфония, как они его называют. Вот в этой таверне я выпил вина, а Катюша решает наш украинский кроссвордик. Поделитесь впечатлениями. Открыт купальный сезон Одессы, но он открыт в Греции, потому что тут чистое и теплое море. Приезжайте. I always will be true. So hold me.
Yeah.